куда, но чувствовал, что есть какой-то предел. Дорога вела меня, а люди шарахались, как будто глупи стали бел. Неузнанным голосом говорил им, что все вокруг это слова, но они не слышали. Они лишь закрывали глаза. Ничего, чтобы было лучше, чем сны, и только в чьей-то груди я слышал неестественный стук.